Привет всем, это товарищ Сафронов. Итак, у нас тут наступающий Новый год, прям такой наступает. Но мы должны к нему быть готовыми. Многие меня просили сделать обзор на товары из фикс-прайса к Новому году. Что же там такого интересного? И в этот раз я послушаю вас и сделаю обзор специально для вас. Так что надеюсь на вашу поддержку. Поехали, посмотрим, что там в фиксе за Новый год можно устроить такой. Начнем с самого простого. 50 рублей у нас стоит. Тут почти у меня все по 50 рублей. Вообще все по 50 рублей. Вообще все по 50 рублей новогоднее. Так что поехали. Итак, начнем с мишуры. Просто для фона положу ее. Мишура, 50 рублей. Норм. Вот так вот. Вот так вот. Вот так красивенько лежит мишура. Потом там есть, значит, колпачки. Тоже 50 рублей. Вот этот колпачок мне просто очень сильно понравился. Он, по-моему, очень клевый. Я его в конце видео примерю. Обязательно. В самом-самом конце. Смотрите ролик до конца и обязательно его примерю. Еще вот такой колпачок. Оторвалась у меня бирка от него. Это колпак светящийся Санта. Светящийся Санта? Окей. Совершенно дикий мужик, прикидывающийся Сантой. Это не Санта, я знаю. Я Санта. Так вот, и это вот такой колпачок, который у нас со звездами светящимися на лбу. А во лбу звезда горит, а точнее целых вон сколько штук. Здесь есть кнопка, и он должен включаться вот так вот по нажатию этой кнопки и мерцать. Так, ладно, два колпачка есть. Колпачков много не бывает. Весь январь я буду пить чаек на своих стримах из этой вот кружечки. Решил себе новогоднюю кружечку замутить. В подарочном пакете кружка за 50 рублей. Здесь внутри еще и как бы елочное украшение снежинка. Положим ее сюда. Здесь на кружке принт... Нормальная кружка, вроде не дырявая, снизу такая какая-то странная, но так, вроде кружка, как кружка, нормально. Буду из нее чаек в январе пить на стримах, так что приходите. 50 рублей набор наклеек, они там в ассортименте разные, я взял вот эти, здесь мне нравится такой Санта, такой типа... чего? Санника, вытянем мои подарки. Здесь еще Санта есть дудящий дуду, или смотрящий в трубу, и какие-то свечки, такие вот объемные наклеечки. Я попробую, как они клеятся к стене. Так, вот давайте возьмем вот этого озадаченного Санту, мне хочется его приклеить, и... Ой, смотрите, он двойной, у нас получится два Санты по цене одного. Или просто два Санты. Вот этот скотч я всегда рекомендую использовать сразу другой. Может отлипать. Так, это сюда. Эту елку куда-нибудь сюда. И так далее. И так далее. Новый год, ура! Ну вот так клеится наклеечки. И хорошо, и клеится. Молодцы. Есть у меня еще одна штука, я не знаю, на елку ее повешу или нет, но мне очень захотелось. Это дело в том, что шарик, гопник, снеговик. Вот как-то так. Вот, дело в том, что снеговик абсолютно совершенно такой в гопнической шапочке, в которой там, не знаю, у меня, по-моему, на какой-то Новый год много лет назад киданули на мандарины. Нет, шучу, это я ходил в такой шапке. Так вот, такая шапка вся в лохмотьях, нормальная, я же говорю. Или снеговик такой, как это называется, бездомный, такой типа, чё? Есть подарки, а если... Если найду. Ну, в общем, очень смешной. Пока поставлю его просто вот здесь. Вот пусть он будет здесь. Атрибут Нового года, конечно. Елка за 50 рублей. Она у меня в кадр не влезет. Давайте посмотрим на нее. Елка за 50. Ну-ка, где сейчас вы найдете? Где и где найдете елку за 50? Причем она какая-то огромная, здоровая елка, смотрите, с ножками. После немногочисленного мусора, который после нее остался, на самом деле не так много. Вот она. Купил я нашу елочку за самый полтишок. О, такая елка. Вы знаете, гигантская елка, почти, я не знаю, сантиметров 40, наверное. Чуть ли не, может быть, полметра даже. Огромная елка получилась. Так, ну надо уже украсить эту елку, поэтому возьмем вот такие шарики. Такой комплект. Тут интересно, мне показали шарики, знаете, со ссылкой к старым игрушкам. Вот куча всего за 50 рублей. Разный разнобойщик. Это интересно, выглядит классно. Естественно, все пластиковые, не стеклянные. Тут сыпется от них всякое. Вот, сейчас нарядим. Так, ну что, вот нацепили на нее несколько игрушек. Этого, конечно, маловато. Мишуру я сюда. Можно на елку, но я вот здесь разместил, потому что снизу не очень она красивая, вот эти всякие штуки. Нужно продолжать. Тут, смотрите, есть комплект елок. То есть елка, на которой будут висеть елки. Это, знаете, есть царь елка, а это будет мать елка, которая елка, порождающая елки. Запара. Тут нужно видеть, и нужно самому еще эти нити. Да где же они? Да где-то внутри. Ниточки продевать в эти игрушки. У-у-у, усложнили. Вот, мать елка. Взращивает своих ельчат. Перед тем, как я еще всякие шарики сюда повешу, нужно кое-что еще вам показать. Это типа гирлянда, но вот какое-то украшение. Хочу ее обмотать всю вместо мишуры. Вот такую штуку повесить на нее, как открывается. О! Вы знаете что? А, что, металлическая что ли? О, это я прогадал. Елка-то у меня пластиковая.
металлические бусы. Можно в них наряжаться, ходить, например, не обязательно на елку. Но я попробую повесить на елку. Поехали. Так, вот у нас елка, смотрите, какая. В принципе, ничего, оперативненько получилось и улучшилось сразу внешний вид. Получилась такая гангста-елка, вся-вся в бирюльках. Еще шарики. Ну, не шарики, звездочки, такие пластиковые. В этот раз с висюльками уже. Не, ну только я могу так открыть упаковку, чтобы достать что-нибудь. Пластиковые звездочки, там тоже были еще какие-то кружочки, были красненькие, синенькие. Не знаю, что-то меня тянет к красному цвету. Революция новогодняя, наверное, где-то во мне зреет какая-то. Так, наша елка растет, как грибы. И у нас здесь есть еще шарики. Посмотрите, это прям можно не распаковывать. Я не знаю, ну, распаковывать или нет. Распаковывать это уже выглядит красиво, как елка, наряженная шариками, может вообще ничего не делать было. Куски клея, клеевого пистолета тут, правда, повсюду. Но вот такие шарики, разноцветные, блестящие, классненькие, красивые. Единственное, что у них очень и очень-очень отвратительные как раз штучки, с которых нужно подвешивать. Это вот такие, это не веревочки. Это как это? Как я буду? Я должен вот так каждую веточку и на нее как-то зацепить. Ну, давайте хотя бы несколько сделаю. Шарики повесил, с ними, конечно, все выглядит поприкольней, но не все повесил и нормально цепляются, но я весь в блестках, я как будто с мальчишника вернулся. Еще есть вот такая лента разных цветов, я взял золотую и белую, сейчас золотого, мне кажется, золота нет, у нас же елка, ой, чуть не набросился на меня, это лента, интересно, выглядит как чешуя какая-то. Вот так это почему-то разбирается, и как это надо сделать? А, вот так, просто мы должны вот так вот раскидать эту всю ленту. Наверное. Ладно, подумал, красного не будет. В общем, друзья мои, очень быстро. Это, знаете, самое быстрое наряжение елки за 10 минут. Наряжение? Что? Еще вот что, смотрите, такое у меня есть. Я не знаю, как это работает. Штука написана «Мишура». Взял просто ради любопытства. Ну, почти я все взял ради любопытства. Но это тем более. «Мишура». А-а-а! Это гнущиеся, вот это круть. Кстати, из них можно делать различные игрушки. Кстати, видите, звездочки. Ой, можно много чего делать из этой штуки. И будет выглядеть классно. Да, вот это прикольная вещь. Я, наверное, ну, то есть, я не знаю, насчет того, что наряжать елку вот этой штукой. Как это вот так будет. Но вообще это очень крутая вещь. Видите, здесь сколько? За 50 рублей. Тут реально можно укрутиться вот этими штуковинами. Боже, сколько тут всего осталось. И знаете, я как чувствовал, что эта елка у меня не поместится в кадре, и мне где-нибудь ее нужно будет в другом, потому что она в гигантском месте. Я взял маленькую для как раз в роликах некоторых буду ее ставить. Ну, в январе так точно она появится. Но это просто жесть. И у меня все в пенопласте. Это просто все в пенопласте от этой елки. Здесь очень торопились, и у них не успел застыть клей, поэтому. Эти шарики, они как-то где-то приклеились очень сильно, но она, нет, не крутится, ничего с ней не происходит. Нет, с нее все происходит, постоянно сыпется пенопласт, его очень много. Но так как бы для создания, наверное, новогоднего настроения за 50 рублей, то есть она уже в снегу, уже на ней есть какие-то игрушечки, подарочки, то есть вот как-то под каким-то ракурсом она может и будет нормально смотреться. Ну, разве я тут уже везде напакостил, то сделаем вот такое, это конфетти. Написано «Конфетти в трубе». И вот надо вскрыть. И так, ой, Новый год. Вот так. И у нас вот такой странный стаканчик, стопорик такой получился. Ну вот так. Все, Новый год теперь, вообще 100%. Господи, а что это такое-то? Бабочка, Новый год. Так, ну поскольку я тут сам себе Дед Мороз, сам себе праздник устраиваю, то я и сам себе подарки покупаю, что у меня под елочку вот этот предварительный такой еще предновогодний выпуск. Опа! Оу, технолог, ура. Звероботы, посмотрим, кто мне там попался. И... повторочка, нет? А, да, повторочка. Ну что ж такое, ну ничего страшного, звери прикольные. А, нет, я все понял, все правильно мне попалось. Посмотрите, это Санта, а это его олень. Вот, все нормально, это все правильно, олень и Санта. Ну, чем не Санта? Ну, а это, ну, представим, что это не лось, а олень. Отлично, просто замечательно. Новогоднее настроение. Вот, по вашим заказам, по вашим просьбам, сделал обзор на новогодние товары. Там еще много всего всякого, но я вот таким закупился. Что-то мне маловат колпачок, наверное, надо все-таки размеры было смотреть. Я больше похож не на Санта-Клаусу, а на эльфа, на какого-то Санта-Клауса. Но вот так, ладно, будет. Вот так. Вот так, чисто так, вот такой пацанский Санта. Эх, ну убираться так убираться! Эй, с Новым годом вас наступающим! Все это хорошо, но, знаете, немножечко попахивает дешевизной Китаем.
в некоторых случаях в прямом смысле попахивает. Но я уверен, что не у меня одного новогоднее настроение и такая движуха, и раз выпуск называется «Самоделки с Широ», то я напишу Широ, как там у него дела обстоят. Может быть, у него есть что-то крутое, из чего он может сделать что-то новогоднее, интересно. Вообще, как у него обстоят дела? Я уверен, он парень такой позитивный, с праздниками, всегда на «ты». Посмотрим-ка, напишем ему что-нибудь. О, кажется, новое сообщение пришло. Некогда мне этими глупостями заниматься, работать надо. Так, на какую бы из игр снять обзор? Может быть, на эту? А может быть, на эту даже? Хотя нет, на нее не хочу. Что тут творится? А может быть, даже на эту? Хотя нет, она на японском. Окей, хорошо, я понял, что ты не собираешься уходить. Кто ты и что тебе от меня надо? Я дух Нового Года! Так, погоди, но ты же скелет из Майнкрафта. Не перебивай! Я дух Нового Года и скелет из Майнкрафта. Сейчас, знаешь ли, трудно с работой, да и платят везде мало. Вот и подрабатываю. Слушай меня внимательно. Ты слишком легкомысленно относишься к Новому Году, и поэтому я его у тебя забираю. Ага, так я тебе и поверил. Еще скажи, что ты убрал весь снег, и там вообще другое время года. Как ты вообще это сделал? Я же тебе сказал, Олух, я дух Нового Года. И скелет из Майнкрафта. И скелет из Майнкрафта. Поэтому я могу не только это. Чтобы вернуть Новый Год, ты должен сделать три вещи. Украшение, угощение и символ Нового Года. А поскольку я еще и дух фанкластика на четверть ставки, то сделать ты все должен из фанкластика. Не успеешь до полуночи, Новый Год исчезнет навсегда. Вот же, мало мне моих проблем, теперь еще Новый год спасать. Не успею до полуночи, Новый год исчезнет навсегда. Фу, блин. Так, стоп. До полуночи осталось 6 часов. Так, что он там говорил-то? Угощение, украшение и еще что-то. Мне срочно нужен компьютер. Так, новогодняя еда. Что там вообще готовят на Новый год-то? Так, и как я должен это сделать из фанкластика? Это не пойдет, это тоже не пойдет. И это все не то. О, курочка. Я же могу сделать куриную ножку из фанкластика. Так, нужен срочно коричневый и белый цвет. Как я и сказал, потребуются в основном коричневые детали. Ну а какого же цвета еще может быть жареная курочка? Первым делом собираем пару боковых пластин, после чего беремся за основную часть. Тут главным образом нужно соблюдать расположение деталей, дабы в итоге получилась интересующая нас форма. Теперь добавим объема при помощи пары длинных пластин и мелочевки по 2 и 3 пина. Тут желательно, но не обязательно все поджимать до упора, поскольку конструкция прощает такие недочеты и не нарушается из-за них. Ну и следом можно закрепить ранее собранные пластины, которые и довершат внешний вид куриной или индюшачьей ножки. А, да, чуть не забыл. Еще при помощи трех белых пластинок нужно сделать косточку или бумажный колпачок, за который как бы надо держаться, когда ешь ножку. Тут можно даже заменить детали. Главное, чтобы они были белыми или бежевыми. Ну вот и все. А если будет не лень, можно собрать еще одну такую ножку и даже остальную курицу к ним. Готово! Такое пойдет? Ну, видимо, засчиталось. Так, теперь украшения. Чем-то на Новый год все украшают. Игрушки, шарики, мишура всякая. Ладно, попробую сделать все и сразу. Для начала можно сделать вот такой шарик. Правда, тут я с цветами немного переборщил, и он получился уж слишком пестрый. Снаружи его можно покрыть стяжками и окнами, чтобы он был более блестящий. Ну а чтобы закрепить нитку и подвесить его на елку, можно снять одну из стяжек и под нее закрепить веревочку или ленту. Еще я попробовал сделать нечто наподобие домиков. Один из них получился в сине-белых цветах. Его сборку не вижу смысла показывать, потому что совсем уж она простая. Все пластинки, кроме тех, что посередине, я поставил нестандартным способом, но подвесить его можно уже за специальное колечко. А вот другой домик даже немножко каноничный. Деревянный, с красной крышей и желтыми окнами. Но суть его от этого не меняется. Далее снежинка. А точнее нечто похожее на снежинку, но в других цветах. Для дополнительного украшения я на ней использовал простые стяжки на 2, которые поставил по контуру. Держится неплохо, да и смотрится тоже уместно. Специального крепления для подвески я не сделал, но думаю, как раз за стяжку его подвесить и можно. Кстати, если у вас много белых деталей, то советую делать именно из них. Смотреться будет очень здорово.
Ну и последняя тоже снежинка, ну или звездочка, тут уж как хотите. Для нее я, кстати, сделал подвеску. Лучики по краям вставляются в средние секции, а на самом основании есть несколько стяжек. Подвеску, кстати, я сделал подвижной за счет одной особенности стяжек окон. Дело в том, что если в нее вставить пин под углом, то он не будет там плотно держаться, но и вылетать тоже не будет. В общем, вот такие вот простенькие, но веселые украшения у меня получились. А если поэкспериментировать, можно наделать их еще больше и интереснее. Ну я аж целых 5 штук наделал, сойдет? Раз, два, три, четыре, пять. Есть! Уже 6 получается. Если это и правда удар курантов, значит мне еще надо 6. Так, что там было последнее? Последний был символ Нового года. Но что такое символ Нового года? У меня нет права на ошибку. Так, думай. Точно, это елка. Нужно срочно сделать елку. Знаете, сначала я подумал, что елка у меня вообще не получится, но потом оказалось, что она не только получилась, но и получилась довольно крутой. Вообще, суть конструкции заключается в том, что детали вставляются по контуру квадратной пластины 3x3 с учетом того, что с каждым слоем направление их меняется. Результат – вот такая симпатичная елочка, которую можно собрать буквально за 5 минут. К тому же, можно сделать ее с использованием белых деталей, чтобы изобразить наличие снега и инея. Смотри, я сделал елку, подходит? Как всего один? Отличная же елка-то! Так, еще 5. Что кладут под елку? Подарки. Значит, нужно сделать подарки. Подарки я постарался собрать хотя бы примерно в масштабе елки. Сделать их элементарно. Понадобится 3 пластины 3x3, пара 2x2 и мелкие плитки шириной 1. Ну и использовать нужно 2 цвета. Один из них будет цветом обертки, а другой цветом ленты и банта сверху. Кстати, с ним можно помудрить и сделать, например, петельки из мелких пластинок 2x2. Цвета можно комбинировать по своему усмотрению. Я вот, например, сделал зелено-красный, красно-желтый и серебряно-синий. Пойду положу их под елочку. Хоу-хоу-хоу, вот елочка, вот и подарочки! 9. Нужно еще 3. Ну все, это конец. Нового года определенно не будет. Я точно не знаю, что мне нужно сделать, чтобы прозвучало еще 3 удара. Хотя, есть у меня одна идея. Фух. 5 минут до полуночи. Так, где же это скелетодух Майнкрафтового Нового года? А, вон ты где. Я сделал все, как ты просил. Возвращай зиму и Новый год. Что ж, в этот раз ты справился, и в награду я верну тебе Новый год. Надеюсь, это послужит для тебя уроком. А знаешь, я тебе поверю на слово. У меня сейчас что-то сил нет. Я прям буквально на пару минуточек прилягу. А! Я проспал Новый год! Стоп. Сегодня даже не 31-е? Неужели все это было сном? Хотя... Может быть и не сном. Вы видели его елку из фанкластика? Я пошел за зелеными деталями и собираю елку из фанкластика. А вам спасибо большое за поддержку, за то, что поставили большие пальцы вверх, что смотрите канал. С наступающим вас Новым годом! И... Ой, я забыл голову включить. Забыл включить голову. Где она? Где она включается? Где кнопка? Ури, где у него кнопка? Ну-ка, надо себе на висок нажать. Во! Вот так, друзья. Так намного лучше. С наступающим вас Новым годом! Всего хорошего! С вами был товарищ Сафронов, Шира, и сделали для вас новогодний выпуск. Фу, тут эти блестки какие-то. Подсыплю себе немножечко еще заварочки. О, с Новым годом, друзья. О, горячо.